А у нас в студии Сакен Аймурзаев, журналист «Эхо Москвы». Гражданин России. Гражданин России. Специально там много пишут, почему вы не говорите, не ведете на русском. Можем договориться. Да, я могу вести на русском, Настя на украинском. Мені теж пишуть. Так, мені просто дуже складно. А я можу говорити українською в підтримку української революції. Дожили, ну давай, дожилися. Роман російською, а громадянин Росії. Розумієш, а ми будемо по-русски, а я буду українською. Скажу, що ми катували Сакена перед цим. Все будуть говорити. Да, во-первых, я хочу сказать нашему посольству, сейчас здесь нет посла, и депутатам Государственной Думы, Совету Федерации, и президенту моей страны, как говорил Михаил Ходорковский, Владимиру Путину, что мне, как гражданину России, никакая военная помощь и поддержка не нужны. Тут в Украине? Тут в Украине, да. Меня никто не притесняет, я могу говорить на русском языке, работать на русском языке. Я не видел, как сегодня сказал президент Путин, бандитов вооруженных, Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, который сейчас происходит в некоторых частях Украины, в том числе в Киеве. У нас здесь уже был сегодня Яков Доублайх, который тоже сказал, раввин. Что ничего не видел, да? Да нет, он говорит, что нет антисемитизма. Россия угрожает евреям в Украине, вот в чем дело. Вот что он сказал. Это после встречи с Джоном Керри. Они сегодня встречались, он встречался с представниками украинских церков. После фантазии Януковича о том, что захвачены храмы, горят храмы. Да. Ну, это он в Ростове говорил. Да, до речі, з УПЦ, Українська Православна Церква Московського Патріархату, в особі Георгія Коваленка, речника, да. Української Православної Церкви Московського Патріархату, сказала, що Янукович попросту збрехав, тому що на жоден з їхніх храмів і на інші храми не чинилися якогось там збройного, незброєного, будь-якого нападу. Просто, може, не всі глядачі про це знають, розумієш? Може, хтось вірить на слово Януковича. У нас за 3 місяці була хоч одна інформація о тому, що горит храм. Главный вот тренд, да, вообще последних времен, и то, что говорил Путин, то, что говорил Янукович, то, что говорит российская власть очень часто, огромное количество откровенной лжи. Откровенной лжи. Просто вот, когда белое называется черным, есть среди размышлений и Путина, ну, Януковича в меньшей степени. Мы можем степени, сейчас дать какой-то фрагмент Путина, там нас призывали. Да, давайте с лично сегодняшней пресс-конференции послушаем еще шматок с цього. Це називається, наскільки ми зрозуміли, такий закритий брифінг, так? Це називається встреча з журналістами по українському вопросу, по вопросу України. Так, да? Це називається. Надо сразу сказати, що ці журналісти, це не ті журналісти, які хотіли. Вот ми з вами не могли би туди попасть. Це журналісти, які працюють з президентом Росії в ежедневному режимі. Тобто це такий пул, пул. Це президентський пул, люди, які з ним працюють все время, люди, які знають його, яких знає він. Ми зараз не будемо слухати Путіна, ми будемо слухати Мирославу Гунгадзе, яка у нас є по скайпу. Миросю, добрий вечір. Миросю, ми тут. Так, привіт. Ми вас погано, ми вас поки що не чуємо, але я зачуємо, ви нас чуєте, так? Я просто бачу, що ви дуже багато чую. Ага, ви нас чуєте. А я бачу, що ви дуже багато цитували заяв Обами, але ми не розуміємо, де він їх зробив, якщо можна трохи конкретніше про те, це сьогоднішні якісь заяви зробив президент Обама щодо України. І щодо прес-конференції саме Володимира Путіна також він коментував. Дай вже сказати Марусі, Настя, будь ласка. Ви знаєте, сьогодні насправді ніхто не очікував, що президент Обама буде говорити про Україну. Був виступ щодо бюджету, він представляв бюджет Сполучених Штатів, але журналісти задали запитання щодо України, і він був готовий з великою заявою щодо України. Зрозуміло, що він засудив ще раз агресію Росії щодо України. Він заявив, повідомив про пакет фінансової допомоги, яку ми вже знаємо, також про це повідомив і державний секретар Керрі, $1 мільйон. Також він сказав, що він спілкується постійно з своїми європейськими партнерами і так само майже щодня. І сьогодні також мав зустріч чи нараду зі своїми радниками з безпеки. І він казав, що вони готують цей пакет спільний із Міжнародним валютним фондом. Окрім цього, $1 мільйон, як зрозуміло. Також він
так би мовити, трошки так зіронізував дещо про президента Путіна, хоча насправді стримував дуже таку виважену позицію. І він сказав, що Путін може говорити все, що хоче, вірити все, що хоче, але насправді факти на місці говорять абсолютно зовсім про інше. І Сполучені Штати заявляють, що всі ці заяви про утиски російськомовного населення в Криму і на території України абсолютно безпідставні і є маніпуляцією, фантазією російського керівництва. Також треба зазначити, що сьогодні голова комітету з міжнародних справ Палати представників, республіканець Ед Ройс, привітав рішення адміністрації США про надання Україні пакету допомоги і цієї, принаймні, в 1 мільярд доларів. Він також сказав, що Конгрес вже працює над законодавством з запровадження суворих економічних санкцій проти Росії. Він також сказав, що вони працюють над розробкою механізмів для всебічної підтримки нового уряду України. Конгресмен заявив, що про готовність запровадити ці санкції щодо Росії, і це стосуватиметься високопосадовців російських, також це буде стосуватися державних банків та підприємств, а також проти ключових осіб, як було сказано, що сьогодні, що задіяні в російській інтервенції. Також сьогодні ж сенатор-демократ Дурбін також запропонував до розгляду в Конгресі резолюцію, яка засуджує ще раз дії російських військ в Криму і вимагає їх негайного виведення і розблокування українських військових частин та погодження на присутність на півострові та інших регіонах країни міжнародних спостерігачів. Київ. Дякую, Мирославу, за таку об'ємну інформацію. Мирослава писала багато, що те, що говорить Путін, немає сенсу вірити в цьому, що є зовсім інші ознаки, що готується зовсім інший план, і навіть там погрози Вашингтона на Москву не впливають. Ми правильно розуміємо, Мирослава? Якщо я правильно почула останнє запитання, що не впливають на Москву погрози. Так, є такі відчуття, і про це багато говорять у американських медіа, якраз це майже головне запитання, яке задають постійно експертам. І, в принципі, все ж таки керівництво наголошує на тому, що вони зараз будуть діяти дипломатичним шляхом, про військове втручання не йдеться, але як ми знаємо, засідання НАТО відбувається і, в принципі, можливе задіяння, я так розумію, що йдуть такі підкилимні обговорення можливого задіяння НАТО, але поки що офіційно про це ніхто не говорить. Тепер точно. Дякуємо Мирославі Гунгадзе. Повертаємося в студію. Дякуємо за коментарі з Америки. Тепер говоримо про Росію. Слухаємо Путіна. Слухаємо Путіна, якщо можемо його включити так швидко, бо це в нас не робиться так швидко. Бо я поміняв їх місцями з Мирославою. Я хочу сказати, що поки ми Путіна включаємо, потім глядачі будуть розказувати, що ти знову мені не даєш слово сказати. І публічно мене перебиваєш. Представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московский комсомол? Нет, мы не рассматриваем. И я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее. И если это было позволено, допустим, сделать косоваром, косовским албанцам. Если это было позволено сделать вообще во многих частях света, то право нации на самоопределение, закрепленное, насколько мне известно, и в соответствующих документах ООН, никто не отменял. Но мы ни в коем случае не будем провоцировать никого на такие решения. И ни в коем случае не будем подогревать такие настроения. Я хочу подчеркнуть, я считаю, что только сами граждане, проживающие на определенных территориях, имеют право определять свою собственную судьбу. Д-
где взял это Путин, что граждане, проживающие на определенных территориях, как ты считаешь? Ну вот просто по Конституции Украины, я знаю, что ну, статус Крыма или любой области решается на всеукраинском референдуме. Вот это вот по закону, по Конституции. Ну, более того, и в России, если, например, жители какого-то региона захотят сделать независимое государство, это не так-то просто. И не раз это было в новейшей истории России, когда, например, чеченский народ хотел Татарстан, независимости, Татарстан имел такие амбиции. Но в любом случае Путин ведь умело играет вот этими понятиями права, международного права, локального права, любого права. Он, как и опытный офицер КГБ СССР, но в первую очередь как политик, который уже много лет играет на высшем уровне. До речі, сьогодні дата знаменна. Сьогодні дата, коли президент Путін став втретє президентом Росії 2 роки тому назад. Вибрали його, да? Втретє став президентом Росії. Разве не в марті були вибори, ні? Не-не, а, в марте. Я настолько в событиях февральских до сих пор нахожусь. Но для меня вообще, меня знаете, что поразило в этом? Даже не то, что он играет с законами и говорит о праве народа на самоопределение, такое право ну, в универсальном международном праве тоже есть все-таки. Меня поразило то, насколько Владимир Путин в курсе украинской ситуации. Да, это человек, который постоянно общался с Януковичем, говорил ему свои мысли о его политическом будущем. Человек, который даже Коломойского судьбу знает, непростую, скажем так. Да? Человек, который в совершенстве владеет цифрами по газу, что он показал, без бумажки говорил. Вот этот весь текст по поводу того, что происходит в Украине, этот человек об этом думает, об этом знает и имеет четкие суждения. Он солидарен с Майданом. Это впервые прозвучало из уст Путина. В том, что нужны новые лица. Он признал, что если это революция, то тогда мы имеем дело с новым государством. Он давал рецепты, он критиковал, он говорил с Обамой так же, как сейчас Мирослава нам рассказала. Обама разговаривает с ним. По сути дела, диалог потрясающий, конечно. Ты можешь говорить все, что хочешь, и ты можешь говорить все, что хочешь. Не хотите приезжать, ну и не приезжайте. При этом понятно, что разговор, который Путин ведет сейчас с Меркель и Обамой, как главными внешними своими партнерами, этот разговор, в общем, спокойный. Ведь, по сути дела, и его сегодняшнее выступление, и те месседжи, которые он посылал своему пулу и всему народу, несмотря на то, что он был очень нервный и срывался несколько раз на, ну так как он это делает, не сильно, не орал, но видно было, что он издевается над журналистами. Это признаки серьезного раздражения в нем. И понятно, что, по сути дела, это шаг назад, конечно. То есть после этого его выступления, я лично как-то успокоился по поводу того, начнется ли активная военная операция на территории Украины, будут ли они продвигать войска дальше. Теперь понятен алгоритм. В общем, Путин никогда, надо сказать, своих планов не скрывал, всегда о них говорит открыто. Вот он сказал референдум, права юга, юго-востока Украины, мы это наши люди, мы от них никуда не отойдем. И более того, даже предложил, как мне показалось, некоторые такие выходы для украинской власти новой, которую частично признал легитимной, что, в общем, уже неплохо, потому что мне казалось, вот в субботу, когда принимал Совет Федерации решение, что в голове Путина созрел просто блицкриг и желание там за 2 суток решить украинский вопрос раз и навсегда. Сейчас мне кажется, что этого нет. Мне кажется, что он мастерски, совершенно виртуозно напугал весь мир и задал повестку дня. Смотрите, Ангела Меркель говорит уже риторикой Медведчука про федерализацию Украины. Угу, да? Понятно, что все эти вещи... Ну, а с давно все было. Все было ясно, да. Еще с 39-го года, действительно. Не, ну понятно, что у него с Германией очень глубокий и конструктивный диалог насчет Украины. Мне, например, стало это практически понятно после вот меркелевских заявлений и роли немецкой дипломатии, на которую Путин постоянно ссылается. Он ведь что говорит? Давайте вернемся в 21 февраля, давайте вернемся к этому соглашению. Да, до речі, вот там сидел немец, сидел поляк, вот они свидетели. Что же вы делаете? Так, але постійно повторюючи, що Чуркін вчора повторював про цю угоду, давайте повернемося, так, на Раді безпеки ООН. Що сьогодні Путін повторював? Дуже схожі, насправді, були меседжі.
Лукин, правильно назвати так, права омбудсман російський. Таке рішення. Пусть Янукович приїде в Київ і повернеться к соглашенню. Дай скажу. Лукін і Зурабов не підписали ж цю угоду. Всі ми про це знаємо. Так, тепер вони вимагають вже там третій день поспіль, мені здається, повернутися до цієї угоди. Но є версія, яку я слышал от людей, які розмовляли з Зурабовим після цього, що Лукін підписав нечто другое, що там був ще один договор, який вони не обнародовали. Два. Да, что была другая бумага, под которой стоят подписи всех, в том числе и Лукина. Вы знаете, тут непрозрачная история. И мне кажется, что единственные, кто могут нам все рассказать про это соглашение, и сейчас, мне кажется, это можно сделать и нужно, это, например, премьер-министр Яценюк, который присутствовал на этом разговоре, и просто полностью рассказать весь его ход, о чем они договорились и почему, в конце концов, один из участников этих переговоров, а именно Виктор Янукович, покинул территорию государства, которое, как он считает, он до сих пор возглавляет. И как Путин считает, что он возглавляет. Мне кажется, что на самом деле вот эту иезуитскую абсолютно логику президента России, которую невозможно переиграть на его поле, ну это просто бессмысленно. С штатным офицером КГБ, который 15 лет возглавляет Россию, невозможно разговаривать языком хитрости. Поэтому мне кажется, вот в этом его, вот в этих его 14 страницах расшифровки, он, ну как бы, вот смотрите, он говорит, Янукович легитимный президент. Но мы знаем, что единственное революционное решение украинского парламента, не конституционное, а революционное, это было отстранение Януковича от власти. Так проведите эту процедуру теперь по закону. Отстраните его теперь еще раз по процедуре, и тогда у Путина не будет никаких оснований говорить о том, что Янукович легитимный президент. Он и так уже не президент для всего цивилизованного мира и для граждан этой страны. Слушай, о чем говорю? Я не понимаю немножко логики. Вот ты говоришь, вот проведите еще раз. Во-первых, какое дело Путина? Второе, я не понимаю, когда происходит интервенция в мою страну со стороны соседнего государства, какую процедуру? Нет, какой процедуре? Подожди, а почему он проводит интервенцию? Всего. Не по процедуре. Он считает, что по процедуре. Нет, он же открыто врет, просто, понимаешь? Ну, он же открыто врет, он говорит, купите форму. Ему говорят, это русские солдаты? Он говорит, нет, не русские. А как же форму? Идите, это купите форму. Порода. Он говорит, купите форму. Дальше бессмысленно с ним говорить на тему русских солдат в Крыму. Есть ли смысл говорить о процедуре? По процедуре, теперь? Мне кажется, есть. Потому что тут понимаешь, как? Тут уже вступит в силу история. Подождите, вы нам сказали, что у нас нелегитимный президент. Вот и он все, придумает следующую, какую-нибудь причину. Вот следующую, вот, следующую вот причину. Делать то, что говорит Путин, вот это тратить просто время на самом деле. А сделайте вот так, а теперь сделайте вот так. До речі, багато от представників там ЗМІ говорили, що в одну секунду він перетворився там з диктатора і тирана та великого і могутнього на якогось, знову ж таки, жалкого чоловіка. Владимир Путін? Так, ну в якомусь цьому сенсі, в тому, що, ну, може це очевидно для тих, хто розуміє, що він обманює, але ну, в тому, звісно, що звісно, це все для, якби суцільний обман. Звісно, для більшинства російських граждан, для всього правящого класу, он-то не маргінал, он защищает свої. Более того, для многих людей на востоке України он не чужой. В Донецьке сейчас настроение, Путін придет, порядок наведет. Вот только такое, да, они не надеются на Януковича. Будемо про Донець говорити з Денисом Казанським, може, бо це житель Донецька, бо да. Ми, може, не зовсім з тобою. Все-таки, ну, компетентно. Ну, по крайней мере, мне говорят, что люди, которые там бизнесом владеют и как-то управляют областью до сих пор, условная элита донецкая, вот эти люди возлагают свою надежду на него. То же самое происходит в Крыму сейчас. И понятное дело, что мне кажется самым действенным, если вот как ты, Рома, говоришь, бессмысленно с ним но по процедуре. Ну, послушай, это логично. Но тогда давайте он не по процедуре. Другую причину. Давайте не по процедуре, давайте тогда активно открывать диалог с Восточной Украиной, с этими областями, чтобы они не чувствовали себя чужими и не было бы у них такой бредовой идеи звать Путина, главу соседнего государства, защищать их права. Зачем? Почему? Как? Это... Тогда так надо действовать, чтобы у него не было поводов послушай, послушай, но ты реально, власть. Реально вот идти в дискурс, вот Путин сказал, сделайте так, мы сделаем так, как он захотел. Якобы легитимизировать. Ну, подожди, его, собственно, и российские войска в Крыму тоже в неконституционный способ приглашали. То есть с нарушением процедуры голосования, там какие-то два человека решили, ну и сюда вот. Это
Прости. Нелегитимно обраний там прем'єр-міністр, ну, Янукович Крима, не имел права называть свои войска, хотя он же теперь прикрывается и письмом это тоже, Януковича. Да. Ну как говорить о процедуре, если Чуркин говорит, вот нас попросил Янукович ввести войска. Вот говорить, а Янукович не имел права, потому что так у нас не есть, имел. Есть Верховная Рада. Так не имел. А что за соглашение 21 февраля? Ну, это понятно, я просто это, не это понимаю, грамота... потому что это Филькина грамота. Да, да. Это знаешь, вот уломали, укатали, подписали, убежал. Вот и все. Простая но, схема сработала. Для тогда Путину надо признать то, что он называет сейчас переворотом. Надо признать он, это революцией. Более того, он говорит, что власть пришла... это вооруженный захват власти. Вооруженный захват власти. Да. Он где? Говорит, что это покажите, захват. Где вооруженный захват да. произошел в Верховной Раді. Але знаєш, мене дуже вдивувало, що ти кажеш, що він дуже обізнаний в українській ситуації. Він навіть переповів, як офіс партії регіонів. Да, причому в огромних деталях, как будто бы он был там журналист. Он пересказал это словами Царева. Царева. Вот у нас еще один такой нюанс. Нет, ну видите, он же и не получает информацию непосредственно. Президент России тоже зависим от вот этого всей машины пропаганды. Это такой друг друга рисующие руки. Багато хто каже, що Путін сам постраждав від власної пропаганди. Тобто сам надивився її, начитався, і тепер свій власний пропаганд. Ну, более того, не то, що він же не какой-то там человек умственно отсталый. Он в рабстве. Вступлю в полемику. От этой пропаганды, потому что он верит в то, что эта пропаганда несет. Подожди, ну вот смотри, я сейчас вот про Путина, характеристики, вот воспоминания жены, отличная вообще вещь. Вот почитать, Владимир Владимирович? Ну, то, что Владимир Владимирович, это одно. Свидание – это особая история, на них я никогда не опаздывал, а Владимир Владимирович постоянно, 1.5 часа это было в порядке вещей. Но зная это, я не могла приходить с опозданием, а вдруг, думала я, сегодня он появится вовремя. И там есть записка, когда он пропал надолго, а потом появился опять и встретил, оставил записку в дверях. «Привет, дружочек, это я». У него такая работа была тогда. «Привет, дружочек, это я». Нет, ну слушайте, вот давайте, если ты хочешь о личности, ну давайте посмотрим. Нет, это сапоги в смятку, дюкать. Подожди, это же садистское отношение к самому близкому человеку, который есть, к жене. Хлопці, просто можна я вас на секунду переб'ю? Просто не всі наші глядачі бачили прес-конференцію до Путіна, про яку ми тут жваво обговорюємо. Давайте поважати якби глядачів, давайте покажемо їм той шматок, де Путін говорить власне про Віктора Федоровича Януковича, і він вважає його легітимним, нелегітимним президентом. Легитимным президентом, чисто юридически, безусловно, является только Янукович. Есть три способа в соответствии с законом Украины отстранить президента от власти. Смерть. Второй способ – это его личное заявление об отказе от власти. И третий – импичмент. Импичмент прописан. Ну, там много было интересного. Он про Януковича говорил про личные эмоции, что ему, там его спросили, вы испытываете, вы ему сочувствуете? Нет, у меня другие совершенно чувства, сказал Путин. И какие? Не раскрыл, какие чувства. Сказал, что потом поговорит. Он рассказал, что он неоднократно говорил Януковичу о том, что никакого политического будущего у него нет. Он ему говорил, что он не переизберется еще до всех событий. То есть он, конечно, был с ним в постоянном контакте. Но, знаешь, Рома, вот можно бесконечно говорить о его личных качествах, о его садизме, о его природной какой-то там ущербности и так далее. Но в конце концов мы должны признать, что это глава огромного государства, которое взяло и вот военный свой сапог поставило на территорию соседнего, братского, как он 200 раз сегодня сказал, государства. Исходя из этого, как мне кажется, украинской политике сейчас больше всего нужно думать о том, как вот этот вот и сапог убрать, и что делать с тем, на территорию чего он свой сапог поставил. Потому что понятно, что этот процесс необратим, если у него будет получаться делать референдумы и так далее, и так далее, и так далее. Уже разговоры идут о создании этого кольца российского, которое дойдет до Приднестровья через Одессу, Николаев и Одессу. Да? Тогда вообще катастрофа, тогда вообще перекраиваются границы современной Европы. Просто вот об этом, как украинский народ, украинская политика в первую очередь, может сейчас отвечать Путину.
сейчас? Вот этот вопрос, который меня больше всего интересует. С одной стороны, понятно, что переговоры с НАТО, переговоры с Евросоюзом будут только злить этого президента, и Путин может быть неадекватен и дальше. Но с другой стороны, вот он остановился, и мне кажется, это время, которое есть сейчас у Украины для того, чтобы работать с востоком, югом страны, нужно использовать. Вот я бесконечно благодарен Святославу Вакарчуку, который ездит, который объясняет, который общается, который открыт. И, не знаю, мэру Львова Садовому, который по-русски обратился к этим людям и пытался донести до них, что они не чужие. Ты так говоришь к этим людям, как будто это какие-то... Но есть же такое, у них же есть такое ощущение. Люди. У них есть это ощущение, что они чужие в этой новой стране, что их никто не спрашивает. Это разделение политического класса, партии регионов и министров, и депутатов, и тех людей, которых они представляли. Потому что да, во многом это там, отличные от жителей Киева и Львова люди по мировоззрению. Но они тоже люди, они тоже граждане. И условно говоря, если нынешнее украинское руководство или тот человек, который будет президентом, считает, что Украина должна быть соборной, единой страной, державой, но так, мне кажется, это первое, чем надо сейчас заниматься, это востоком и югом страны. Буде в нас, до речі, Святослав Вакарчук з Донецька. Сьогодні він був на закінчення ефіру. Ми покажемо. Він сьогодні там давав лекцію, не лекцію, тобто спілкувався з людьми. Донецьку вчора він був в Харкові. І справді Святослав Вакарчук також хоче організувати концерт в Криму з російськими своїми колегами. Співаками. Це невероятно правильно, тому що розумієте, на язик пушок, на язик лжи. И манипулирование разного рода юридическими нормами, вот нужно отвечать именно так, потому что в этом послании Путина, по сути дела, только один пункт, который у меня, например, не вызвал вопроса. Действительно, люди, которые живут в этих частях единой Украины, чувствуют себя сейчас не самым лучшим образом. И это вопрос не Путина, совсем не Путина, а вопрос в первую очередь Украины сделать так, чтобы эти люди не были чужими. Если на это нужно положить десятилетия, мне кажется, это нужно сделать, и я даже лично готов поездить по Донецку, Харькову, и хотя до нас, и россияне. До нас долучается Богдан Кутепов, який зараз в Криму. Богдан Ніцше читаем, да? А ти в Сімферополі зараз, ну, да? Ну, із квартири, да, в Сімферополі, да. Так, я сиджу в штабі, я не хочу озвучувати адресу реально, я тут перекупуюся вже. Вже немає сенсу мені носити георгіївські стрічки і говорити російською мовою, все. Тебе всі впізнали, так? Мене вже спалили. Так. Ну, Богдан, дивись, є така ситуація, ми сьогодні з колегами обговорювали, якщо... Ви пропали, зараз щось ви зникли, я вас не чую. Чуєш, ні? Зараз чуєш. Там є ситуація, ми з колегами обговорювали, якщо дивитися уважно вночі... Ой-ой-ой, що зі звуком? Поки не зробить нормальний звук. Перший сильний перешкал, по-друге нічого не чує. Ти ж сам нам давав інструкцію, як користуватися скайпом, а сам зараз так от... Так, ваш звук не чути, від вас іде поганий сигнал. Дивно. Від тебе також поганий. А ми зараз, а почекай секунду, ми щось намагаємось зараз зробити. Одну секунду, помовчи. Нормально? Ви намагаєтесь щось зробити в ефірі першого національного телеканалу. Можна робити це між ефір? Богдане, ну життя є таким, яким воно є. Ти це прекрасно знаєш. І ми тут не удаємо з себе якихось бездоганних, або що у нас... Тепер повна тиша, взагалі. Ну, давай ми тоді пізніше зв'яжемось. Ні, давай спробуємо поговорити. Поставте одне запитання, я почув від вас зараз. Богдана, я про Ялту хочу спитати. Скільки там людей, ну, ти знімав відео, але взагалі, які там настрої в тих людей, які проти війни виступають, та про українського мітингу? Як їх взагалі сприймають, ну, не знаю, звичайні перехожі жителі Ялти? Там є дуже якісь... по-різному сприймають звичайні перехожі, так само, як в Криму. Ну, попри все, я хочу сказати, що я все більше зустрічаю думок, що не всі хочуть приєднання до Росії. Але дехто хоче відокремлення від усіх, щоб Крим був незалежний. От. Так, думок дуже багато. Дехто хоче в складі території України і наполягає на тому, що Крим має бути не подільний, ну, Україна, але більше повноважень Криму. І очевидно, що всі в один голос передають вітання
пану Турчинову і всім друзям, які взяли і скасували цей закон мовний, який, як ми знаємо, прекрасно не працював. Вони, мабуть, уже давним-давно зрозуміли цю свою помилку, але ми будемо їх тицяти і тицяти носом в цю їхню помилку весь час, тому що я дивлюсь, тут люди реально, от Південь і Схід, повстав через оці моменти, коли і Кисельові почали маніпулювати, коли почули, що скасовується закон про мову. Він і так не працював. Хто хотів говорити російською, говорив. Хто хотів говорити на українському, тот і говорив. Хоч на українському, хоч на українському. І ніхто нікого не заставляв. Вот. Ну, це все дуже, кстати, вбило на руку. І к ескалації має непосередственне відношення, це правда. І коли все закінчиться, а я сподіваюся, що все закінчиться зі часом мирно, поки я приїхав сюди на пару днів, у мене вже закончились чистое белье и носки, и я уже вообще тут, я сижу на сухпайке, но остался на много дней, но вот теперь буду отсюда выбираться, потому что вы знаете, что да, уже объявили охоту на форуме Севастополя, на журношлюху госдеповскую, там, Кутепова и все остальное. На самом деле, давайте так, крымчане, они разные. Вот, и сегодня я хотел сказать, что это, в принципе, вот даже вот я сегодня брал интервью, может, покажете его после эфира, у министра туризма и курортов Крыма Александра Сергеевича Лиева. Он сейчас исполняющий обязанности министра. Он крымчанин, в армянский, через который мы не могли проехать в Крым. И сегодня, кстати же, журналистов они плюс один не пустили на том же посту в Крым, выгнали их, назад развернули. Вот. То вот он сказал, что, в принципе, Крым, он, ладно, давайте, ладно, все, это разговор, на, тем более, если я не слышу, у меня нет фидбэка от вас, и говорю. Давайте по фактам пройдемтесь. Что здесь происходит в Крыму? В Крыму сегодня, то, что вы увидели в сюжете, я там немножко троллил ребят, ну, понятно, это все шутки, но многие так и считают, что это автобус привез их. Хотя там ходили люди, ходил маленький мальчик, где-то 2 лет, и его отец сказал, вот смотрите, вот бандеровец, вот он из Запорожья, я из Запорожья, его отец. Ну, то есть они не хотят этого слышать, в принципе. Они говорят, мы охраняем памятник Ленину здесь, в Ялте. Просто в том сюжете, который вы увидели, это лишь часть. Просто когда там началась жесть, я начал стримить. И в описании к этому сюжету вы можете зайти на YouTube Громадского, на канал. И у нас есть уже выложен этот сюжет. В описании к этому сюжету есть ссылка на Ustream, где сохранен вот как бы стрим, именно словесная перепалка. Там были люди в спортивных костюмах. Один из них звонил, говорил, алло, алло, подтягивайтесь и так дальше. Потому что люди, которые вот сегодня митинг, вы видели, не было ни одного анонса, даже в Крымсос. Группе не было анонса, что будет проукраинский митинг в Ялте. Этих активистов, они реально, они камикадзе. Ну, то есть я приехал, постримил и уехал. А они в Ялте живут. Например, Собкор 5 канала из Симферополя несколько дней не выходит из своего жилья просто. Это информация от ее коллег. Вот, то есть идет, немножко вы видели сегодня вопросы по Балашову, как его сегодня, он там озвучивал разные, в том числе вы знаете Балашова, он озвучивал разные контроверсийные там мысли, но он пришел туда, в Симферополь, да, Порошенко приезжал несколько дней назад, он был с охраной. И его, когда начали засвистывать там это, они ретировались. То Балашов приехал, в принципе, там, вот, и он озвучивал то самое. Его немножко побили, ну как немножко. Вот вы можете, я пропиарю, на сайте LBUA есть видео, Макс Левин, мой коллега, который сегодня тоже приехал в Крым, освещает события, но он снял именно момент, как его бьют. Вот, и его забрала милиция, по некоторым данным он пропал. То есть пропал, не пропал, где сейчас Балашов, его там ищут, его последователи и последователи программы 5.10. Ладно, не об этом, это поток сознания. Извините, сейчас я сяду как бы монтировать сегодняшнее видео. Дальше такой месседж, вот, кстати. Сегодня в Крыму нужны журналисты и дальше. Чем больше журналистов будет в Крыму, тем лучше. Любых, российских, украинских. Здесь нужны объективы телекамер. Здесь нужны гражданские журналисты, общественные, все кто угодно. И блогеры, понимаете? Потому что, в принципе... Еще несколько дней назад они стайками такими ездили от части к части. Хоп, все поехали в Бельбек. Ничего не произошло, уехали, все. Там остались эти казаки, там может быть все что угодно, как бы, а военные звонят. И, то есть нужно разделяться, нужно ездить возле каждого поста с российскими солдатами, ставить пост журналистов, да, и так дальше. И вести прямые трансляции. Стримы, это же вообще, скоро за стримы в России ведут уголовную ответственность.
Я слышал. Ну ладно, это все дезинформация. Очень сложно разговаривать со студией. Вижу, что идет хронометраж, но нет от вас фидбэка. Я даже не знаю, в эфире ли я. Ти в ефірі. Твої включення дивляться більше, ніж наші студії, мені здається, бо це дуже весело. Це тобі здається. От мені подобається. Ну, оце. Дивіться тоді, яка історія. Історія така. В Криму дуже важливо, там всі стежать, там Путін, ООН засідає, присутку дає Путін і так далі. Що кажуть українські чиновники? Ну, до речі, на українських чиновників тут абсолютно всі... Ну, не звертають, не зважають на них. І я скажу, що я розумію, чому вони сюди не їдуть. По-перше, вони ну, зганьбляться, якщо вони сюди приїдуть. Не тому, що їх засвистають. Їх тупо сюди не пустять. І це, ну, вони цим продемонструють, що вони не контролюють ситуацію. Ну, бо уявіть собі, Німахніцький, я так думаю, він буде у вас сьогодні в студії? Чи так, вже буде? Так, ми чекаємо. От запитайте, чи він може особисто приїхати в Крим. Взагалі, теоретично, фізично. Я боюсь, що це неможливо сьогодні. От, ну, можливо, я помиляюся, але насправді не знаю, як щодо... Все, дякую, буду завершувати. Дякую, Богдан. Так, дякую, тому що Богдан. Я дивлюсь з жахом на хронометраж, який ти вибираєш. Ну, трошки пізніше можемо ще раз зв'язатися. Покажемо обов'язково сюжети Богдана. Трошки про плани, можна? А? Про плани скажу, я скажу, що ми залишаємося ще кілька днів, про те, що поговорим. Нас тут оголосили там з дєповськими підстілками і охоту у нас. Ці всі штуки, з яких ми ржемо тут в студії, ну там, що ха-ха-ха, вчора там в стрімі мені людина в Севастополі сказала, вам же дали 3 мільярда доларів, ви ж громадська, і вам дали 3 мільярда. Да, а чого ж я тоді приїхав, живу, коротше, в дружбана на квартирі, стрімлю на планшеті, а не з ПТС-ки. Ну, коротше, факт той, що ми з цих штук сміємося, а вони дуже небезпечні, вони падають в той ґрунт. І тут є люди, які залюбки, там, не знаю, з бітами вичислять когось, там, відлуплять, і потім будуть хвастатись, що я такого-то, такого-то. Я до того, що, в принципі, потрібен громадський контроль тут, в Криму. Потрібні журналісти. І ми тут будемо, я продовжую залишатися в усіх кримських містах. Сьогодні був Ялті, вчора Севастополь, Більбек, Бахчисарай. Завтра в нас буде такий рейд, якщо там все буде там, Феодосія, я думаю, або Євпаторія. Там, залежно від того, передаю привіт місцевим тітушкам, можете чекати нас на блокпостах. Але, як написали на тому ж Севастопольському форумі, будь ласка, тримайте лице, якщо ви кримці, а я таких зустрічав, і я вірю багатьом кримчанам, що вони абсолютно щиро, вони ці ідеї, хтось за приєднання до Росії, хтось ні, хтось проти просто української влади, все. От сьогодні, в тому ж з тим, з Балашом, жінка дуже щиро, ну, тут є люди, це не там якісь бухарі, наняті за 200 гривень, там в Маріїнський парк звезені, тут є щирі люди. От. Якщо ви хочете, щоб вас дійсно почув Київ, вас, кримчан, говоріть цивілізованою мовою, да? Давайте журналістам, от я в Криму, я себе так ніколи в Києві не поводив. Я тут тупо включаю стрім і мовчу. Вже взагалі майже єдине, що можу прокоментувати, це що зараз відбувається і де я знаходжуся. Все. І все одно трапляються люди, які налітають, які виганяють і так далі. Ведіть себе цивілізовано, да? Ми всі нормальні люди. В мене тут одна задача – показати все, як є. Якщо ви робите херню, вибачте, я покажу, що ви робите херню. Тому питання до вас самих, в першу чергу, не робіть херні. Якщо ви робите все окей, весь світ через стріми громадського, через ефір Першого національного побачить, що я балбес, що побачить, що Крим має свою позицію і хоче її донести до Києва там і так далі. Богдане, можна ми тебе переб'ємо? Да. Дякуємо тобі. Ми ще з тобою зв'яжемося. В нас ми просто чекаємо Олега Хмільського. У нас тут емоції пішли два гостя в студії, з якими ми ще не поспілкувалися. Він складає тепер конкуренцію іншому персонажу в деяких речах. Дякую. Дякую, Богдану. Ну, потім з ним обов'язково зв'яжемося. Після генпрокурора з ним зв'яжемося. Так, і покажемо обов'язково відео Богдану. Насправді, як на мене, Богдан робить велику роботу, тому що ну насправді не так вже й безпечно йому працювати, але він працює, незважаючи на все. Молодець. До нас приєднався Денис Казанський, відомий блогер як Франкенштейн. Привіт. Денис Донецьк. І зараз нам розкаже про те, як донеччани може сприймають все, що відбувається. Ні, ну тут Сакена Аймурзаев говорила о том, що нужно встановити діалог з Юго-Востоком, от з Кримом, все понятно, логічно. И у всех возникает вопрос, а как говорить с этими людьми? Поскольку не, ну не с этими, не треба так, ніби вони... А с какими?
Я учился в русской школе, Настя, можно не исправлять? С этими людьми, это эти люди. С гражданами Украины, которые там живут. Да, хорошо, если так усложнять вам легче, давайте усложнять. Просто, знаешь, це этими, я розумію, все, воно ніби вони якісь інші. Ну, а мені эти так у вас там в Івано-Франковській эти, обидно, если так сказать? Ну, а я хочу українську мову сказати, з цими людьми, твої? Це эти, эти Настя, трошки можна питання я закінчу? Дякую. Вот стоит ли нужно как-то специфический язык какой-то использовать? Я не знаю, поскольку вот все, что делалось последние 22 года, такое впечатление, что там, ну, во-первых, давайте признаем, что у нас феодализация произошла, да, в стране. То есть, ну, вот да, есть князьки, правда, царьки, которые сидят и методично в голову людям вдалбывают некоторые там маркеры, идеологемы и так далее, и тому подобное. Как только это снимается, да, идет немножко дальше волна здравомыслия, вот если есть полная свобода. Но если почитать региональную прессу, на которую они там обращают внимание, то это просто обработка такая, жесткая обработка, вот результаты, которые мы получаем на лицо. Да, это совершенно верно. И действительно, ну, если регулярно читать эту прессу, особенно в последние месяцы, это был какой-то накал шизофрении, потому что, ну, план Даллеса и вот все эти конспирологические теории там про крипторептилоидов и так далее, которые раньше я читал на сайте там КОБа в интернете, ну, на абсолютно каких-то мракобесных ресурсах, рассчитанных на реально больных людей, то они в последние месяцы реально перекочевали в региональную прессу. И я про, ну, вот про план Даллеса точно могу сказать, что я видел на телеканале «Юнион», который вещает у нас местно. Это был, конечно, полный абсурд. И, но эти же люди, они, по сути, наступили сейчас на свои грабли. Я вчера видел, как гоняли наших депутатов, как они убегали, спасались через выбитые окна, убегали с сессии областного совета, где их заставляли проголосовать за референдум, за отделение Донбасса, за непризнание киевской власти. Я видел, как убегал губернатор Шишацкий, есть видео, ну, экс-губернатор уже, но до недавнего времени, человек, который отвечал в том числе за эту информационную политику в регионе, как он бежал, и его пытались догнать и побить, и рвали на нем одежду, и только охрана его спасла. Это было, конечно, очень неприятное зрелище. Но следует признать, что эти люди, они ведь сами накрутили вот все вот эти страсти. Они три месяца последних, ну, конечно, гораздо дольше, но три последних месяца особенно усердно, они вливали людям в головы, что придут бандеровцы, придут головорезы, придут фашисты, нацисты, какие-то, значит, боевики. И когда эти боевики в итоге наконец пришли, обещанные, они вдруг им присягнули, то есть они признали эту киевскую власть. И, конечно, у людей в Донецке случился коллапс, то есть схлопывание вообще сознания, они вышли под эту облгосадминистрацию и стали теперь уже называть бандеровцами тех, кто вчера им еще как бы считался их людьми, да, людьми из партии регионов. То есть там наблюдается сейчас полный, ну скажем так, я не знаю, но такой переворот сознания, потому что вот эти люди стали резко предателями из партии регионов. То есть партия регионов фактически, я не знаю, на кого она сейчас опирается. И кто хороший для них? А хороший теперь для них Путин. Вот. Они радикализовались, вот это конечно. И случилось, да. И это самое страшное. То есть эти люди оказались обманщиками, регионалы наши местные, оказались коллаборационистами в их понимании. А теперь спаситель, освободитель Путин. Но, с другой стороны, следует сказать, что это ведь не большинство населения Донецка. Вот вопрос ключевой, да. Сколько этих людей? Ну, я затрудняюсь сказать в процентах, но мы можем видеть, что на самом деле вот постоянно сейчас возле облгосадминистрации циркулирует несколько тысяч человек. То есть, ну, для 4-миллионного региона, как бы, это не критическое, на самом деле, количество, потому что, ну, если в Киеве на Майдане мы видели, сколько собиралось, это было и 100 тысяч, там, и больше, ну, в Донбассе все-таки 2-3 тысячи, там, ну, 5, ну, сам, по-моему, в самый пиковый день было 10. Но все-таки это не большинство. То есть это много. Але ці 10 – це ті, хто підтримує проросійські саме. Да, на самом деле, то есть теперь они… Больше надо сериалов было показывать по центральным каналам про глухарей, ментов. Я понимаю, да, бабло побеждает зло, но… Нет. Ну, это правда. Понимаете? Но это просто промывка мозгов, которая не идет с Россией. Что до центральных каналов? Вопрос к Сакену есть. Сакен, ну, у вас же, смотри, ну, не спасает же ситуацию. Все равно там локально, там, «Эхо Москвы», «Дождь». Вот оно же не спасает. Не спасает, но вот это... Говорят, надо общаться с ними на русском языке. Хорошо, мы общаемся на русском языке. Смотрите «Дождь». Но это уже, во-первых, «Дождь» не так просто смотреть. Например, жителю Макеевки. Он вряд ли сможет смотреть «Дождь», потому что «Дождь» существует только в интернете, и за это надо заплатить 1000 рублей.
да, с чего это он будет за это делать? За, да. Или, например, «Эхо Москвы». Понимаешь, «Эхо Москвы» — это тоже там радиостанция, которую надо залезть в интернет, скачать и так далее, и так далее. Тут вопрос в том, что не совсем я с тобой согласен по поводу сериалов. Все-таки надо признать, что и сериалы, и телевидение российское, и постоянная российская пропаганда, и это не только Донецк. Это, сейчас давайте и о Крыме тоже поговорим. Богдан прекрасно нам рассказывал, такая гонзо-журналистика в лучшем ее виде. Тут вопрос в том, что эти люди сами по себе, по самосознанию русские. Вот в чем вопрос. На русском языке ходить в церковь патриарха Кирилла, если им это так нравится, пусть ходят. Да? Но пусть они понятие «украинец» воспринимают как понятие европейской политической нации. И это вопрос, который, мне кажется... То есть Путин в этих категориях, понимаешь, Рома, это все, Путин не понимает этого. Поэтому, мне кажется, нужно работать в этом направлении. Последние там месяцы власть, которая являлась партией регионов, называла откровенно тех, кто выступает... Фашистами. Фашистами, ну, да. Ну, что мы о них говорим? Они сбежали, нет, ну, они показали это, нам всем это, свой уровень патриотизма. Друзья, можете я вас на секунду пробью? Для телеглядачів «Першого національного» просто сталася така річ. Там були новини, так, нас показують, там були новини з 9 до 9.10, а ми потім повернулися з Сакяну в ефір. І глядачі не зрозуміли, що це таке, ті, хто доєдналися, що то значить, я кажу, що... Таке? Ну, що це за слова, Настя? Ні, ну, я що маю це навазі... таке? Ні, це я маю не що це, знаєш... це Сакен Аймурза. Так, я маю на увазі, що для тих, що новини закінчились, знаєш, і ми врізались там з півслова, я маю на увазі, то зрозуміти, це Сакен Аймурза, журналіст радіо «Ехо Москви», це Денис Казанський, блогер з Донецька. В студії говоримо про те, що нужен, так, діалог нужен між різними регіонами, де його не було. Его 22 года не было. Так он же, вот Путин сегодня говорит, проблемы на Украине возникли. Вот при Николае Кровавом, у него, кстати, потрясающие исторические аналогии. Он говорит, Николай Кровавый, а потом говорит Николай II, потом говорит при Кравчуке, Кучме и Ющенко. То есть советский период этот человек просто вырезал, который для него, видимо, был благостью и радостью для всех украинцев и советских людей в целом. И говорит, вот, было всегда плохо. Правильно, было всегда плохо, потому что... И, кстати, тут два вопроса. Первый вопрос – не отсутствие диалога между двумя частями страны, не ну, условно, частями. Двумя. Ну, больше, мы в прошлый раз тут люди буду вспоминают. Буду разрушать твои дискурсы. Так мы говорили про много частей. Но, тем не менее, между так важными субрегионами, которые в его сознании существуют. И второй вопрос – ведь посмотрите, как он умело давит на то, что... в Украине не было правовой преемственности, что каждый президент менял конституцию. Я не хочу про что Путина все это говорить, менялось, я хочу что... говорить о стране своей, в которой мы давайте живем. Давайте Дениса запитаем. От Денис да, там да. Такой житель Донецка. Вы все життя там жили. С рождения. И более того, у меня там даже прабабушки и прадедушки некоторые родились. И вас, мабуть, как и Сергея Иванова в Луганске, называют аж бандеровцем и фашистом. Ну, да, это, конечно, удивительный феномен. Ну, понимаете, если бы вы присутствовали на митинге, где собираются, вот, ну, в частности, вот эти сторонники нынешнее там, отделение от Украины, то вы бы поняли, что на самом деле там никакой диалог не работает. Вот есть какие-то люди, с которыми разговаривать ну, на самом деле бесполезно. Ну, это правда, это печально, конечно, но просто я, что я лично вчера слышал? То есть один оратор выходит, выступает и говорит, значит, власть в Украине захватили сионисты, это сионистское правительство, потому что назначили Коломойского, Таруту, там, ну, в общем, все евреи и так далее. Выходит следующий и рассказывает, что это фашисты, это нацисты, то есть у одного еврея, у другого сразу же фашисты. Ну, и каша в головах сумасшедшая. Потом вышел дедушка, который рассказал, что... Гречневая или манка? Ну, это, наверное, знаете, этот продукт, наверное, неизвестен науке. А следующий вышел дедушка, который сказал, что вот надо просто взять и нам пенсии до 8 тысяч гривен повысить. Вот это вот... Да, и почему именно до 8, и как, из каких средств? Ну, это по старому курсу 1000 долларов. Я ж зустріла, я тиждень тому була в Криму, коли ще все було дуже спокійно в Криму, і також там був мітинг в підтримку, тобто святкували оце от... Ні-ні-ні, коли Крим був ще 60, лет назад, 60, та, 60 років тому, приєднання Криму до да, УССР. УССР, так. І люди вийшли, але коли я спілкувалася, за що ви вийшли, то він каже, от треба нам теж підняти пенсію. Ну, тобто, взагалі, за ну, якби мітинг за одне, але люди хочуть підняття пенсії. І все, їм тут... Це було в той самий день, коли перші вбивства. Тобто, це було 19 лютого, 18 лютого вбили там 30 людей, так? І люди взагалі про це не говорили, їм важливо було не знаю, підняття я, пенсії. Я на самом деле, от такі от...
типажей, которые, с которыми бесполезно говорить, я видел только в Севастополе, в Крыму. Вот сколько я ездил в Крым, вот такие вот, вот так вот оно. Это в Севастополе те, кто имеет отношение там к тем, кто приехал туда работать, ну не работать, а в принципе служить на Черноморском флоте. На самом деле, вот это я видел. Вот такую они позицию. Есть везде, конечно. Такую позицию. Нет, я в Крыму говорю о том, что там люди живут, ну реально живут необходимостью себя обеспечить. Как обеспечить? Ну, за счет курортного сезона, собственно. А в этом году его не будет, надо понимать. Повезут эшелонами, ты что? Детей будет? С Дальнего конечно, Востока? Повезут, да. Я думаю, что Крыму, конечно, повезет в плане бабла сейчас, очень а серьезно. А как повезут? Ну, он будет вкладывать туда немеренные деньги будет вкладывать сейчас в Крым. Это серьезно, это будет, правда. Более того, он этим вложением денег, абсолютно таких, на первый взгляд, бесплатных, он будет еще и привлекать и Донецк, и Днепропетровск, и Запорожье. Это сейчас начнется просто невероятная щедрость. Ну, в общем, он уже об этом даже сегодня сказал, так расплывчато. Но я думаю, что денег они не пожалеют, конечно. И но это страшнее, чем войска. Но вопрос, кому они достанутся, смотрите. Ну вот давайте подумаем. Сейчас в Крыму полностью, ну, на данный момент там распоряжаются вот этой курортной структурой. А законодатели, там вот эти мелкие предприниматели, которые сдают жилье и так далее. То есть деньги Путина явно не достанутся им. То есть это будут какие-то, возможно, деньги олигархов российских, которые себе заберут те еще лакомые куски земли, которые до сих пор не забрали олигархи из Украины, которые разделят остатки там незанятого побережья, построят там шикарные отели. Да, возможно, это будет круто, но мне кажется, что учитывая особенно те проблемы с землей, с собственностью, что там много очень самозахватов, то есть много очень держится на, действительно на взятках, когда просто люди там перекупают, вот эти мелкие предприниматели там, ну, при помощи каких-то связей, там, телефонного там, права и так далее. И вот сейчас придет российский бизнес туда, который на самом-то деле очень хищный, такой злой. Он эффективный, но он именно вот в этом плане, да, то есть это бизнес, который связан с ФСБ, который связан там с кавказской мафией, ну, куча разных моментов. Циничный очень. Да, очень циничный, безжалостный, он эффективный, да, не вопрос. Но это не украинский вот этот бизнес, когда всем все можно, когда татары построили себе вот эти домишечки, где они захотели. И он все это сметет. Это нужно понимать, что это все будет сметено в считанные моменты. И потом, да, они построят побережье, красивое, здорово, это будет круто, но это не будет побережье для крымчан. То есть это будет курорт, принадлежащий уже крупному капиталу, крупному бизнесу. А крымчане в этом всем получат роль обслуги вот этих, как в Турции. То есть работников отелей, прислуги, которые приносят там коктейли, убирают пляжи и так далее. Але ж вони скажуть, у нас теперь є робота, принаймні. Ну, кто-то скажет, кто-то нет. То есть на самом деле, я думаю, что последствия будут для многих крымчан очень трагичными. Но проблема в том, что они этого сейчас не осознают. Они осознают потом, когда будет уже поздно, потому что там никто не надо спустит. Должны, там разные есть настроения. Я читал материал Сережи Хазова из New Time. Он говорил с татарами, которые говорят, ну пока держимся, скрипя зубы. Они не там, конечно, не есть там прям как украинские, знаешь, бандеровцы, националисты. Но они говорят, мы терпим, но нам это не нравится. Вот пока мы терпим. Ну, то есть такое основательно, они рассказывают свою историю, она у них непростая. Сейчас все терпят, все как-то терпят. Вот у меня один человек точно не терпит, я могу тебя его назвать. То Владимир Владимирович не терпит. Ну, то любимый. Ну, да. Один раз не стерпел, а теперь, видишь, уже с сегодняшнего дня обещал терпеть. А тебе не здається, что это такий от, типу, крок назад, это такая манипуляция? Конечно, ніби два вперед. Я да, потом конечно, будет более того, вперед. Я скажу, что, как мне кажется, следующий, кому надо задуматься, это даже не Донецк, потому что Донецк-то что, по сути, ну чем ему может быть интересен Донецк? Давай спросим, следующий, чем интересен Донецк. Вот чем ему может интересен быть Донецк? Да исключительно идеологически. Только. Да. А Донбасс вообще как регион? Потому что ну, считается же, да, что Донбасс это ну, вот такой, который, регион, который никто не ставил на колени. Который что это, кормит страну. Да, регион, который кормит страну. Но это опять же, это очень трагично будет для Донбасса. Никто этого не понимает. Я даже не обращаюсь к тем людям, которые выходят на эти пропутинские митинги, потому что там уже вот, реально бесполезно. Стоит обращаться к тем, кто еще не знает, что, как поступить, к большинству вот этому, которое просто молчаливо ждет. И нужно понимать, что Донбасс и донбасское лобби, оно что-то значит в масштабах Украины. В масштабах России, я видел восточный Донбасс, то есть в масштабах России уголь это ничто. И Донбасс это будет ну, да, такая точечка на карте
региона, на которые сразу поставят крест, как на бесперспективные территории, потому что в России шахты просто закрыли. Посмотрите, Кизел, просто каждый может набрать в Гугле, это Кизелбас, кажется, угольный бассейн на Урале. Есть подмосковный угольный бассейн, Мосбас, который закрыт полностью. Есть Донбасс, где осталось несколько шахт, которые тоже полностью закрыты, считаются как бы вот моногорода. То есть они Я про Таруту і про Ахметова хочу спитати. От те, що Тарута став головою Донецької обладміністрації, губернатором Донеччини, і те, що Ахметов його підтримав, і взагалі його заяву, всі знаємо так, про об'єднання країни, що не треба допустити розколу. Вони якось вплинули на мешканців Донеччини і Донецька, зокрема? Бо це ж авторитет Ахметом для них величезний. На тих, для кого не являються авторитетами, звісно, вони повлияли. А яка це кількість цього населення? Я думаю, що це більшинство, на самом деле. Це дуже багато людей. Тобто, на самом деле, дуже багато людей, якраз людей, які більш-менш думають. Тобто, це от бизнесмены какие-то, вот кто, для кого Ахметов является примером. То есть вот его земляки из поселка Октябрьский, где он там сделал, закатал асфальт, отремонтировал школу, дома и так далее. То есть достаточно много есть у нас поклонников Ахметова, которые, в принципе, ориентируются на то, что он скажет. И, я думаю, он просто на самом деле очень нерешительно высказался, что нужно было сказать решительнее, что в случае, если эта территория перейдет под контроль России, бизнес Ахметова просто разорвут. Надо понимать, что его активы сразу станут неликвидными, они превратятся в ноль, то есть продать он их никуда не сможет. Естественно, в этой ситуации, что останется сделать, это российский бизнес, тот же российский олигарх, они просто придут и заберут за 10% стоимости, как и делается в таких случаях. Нет гарантии, что эти заводы вообще уцелеют в России, потому что мы знаем, как работают русские инвесторы. Опять же, кто не знает, может воспользоваться интернетом, это открытая информация, Лисичанский содовый завод. Он был, и от него не осталось ничего, только площадка ровно, потому что его санировали и просто снесли. Это было в прошлом году, я приезжал лично, смотрел, фотографировал, как это происходило, как взрывали эти цеха. Никому не нужны уже. То есть просто купили россияне этот завод, он у них поработал там с горем пополам пару лет. Они решили, что а зачем он нам нужен, у нас есть там какая-то другое производство содовое. И его объявили банкротом и просто оставили там чистую площадку, вырезали весь металл, оборудование, все сдали. И нужно понимать, что российские инвесторы будут работать в Украине именно таким образом. И просто заводы, которые сегодня работают как-то с грехом пополам, они просто могут исчезнуть. И я думаю, Ахметову стоило яснее сказать, потому что люди, которые на этих заводах работают, они, конечно, не заинтересованы в таких русских инвесторах. Но я имел в виду не Донецк, когда говорил о том, что следующее, а судя по логике Путина и потому, что он пытался сделать до открытой фазы противостояния в Киеве и всех вот трагических событий, когда они подписывали с Януковичем соглашение. Помните, после Вильнюса Янукович поехал, они подписали. И там в этих соглашениях огромное место занимает Николаевский судостроительный завод. И это, конечно, первое, что приходит на ум, когда думаешь о вот этом восстановлении Советской империи, которой он занимается, что флот, сейчас это уже понятно, в том виде, в котором он там существует, его не устраивает. Поэтому он будет всячески стремиться к верфям, которые, в отличие от донецких шахт, ему на самом деле нужны. Корабли из Питера не перегонишь так просто туда и не отремонтируешь. И, собственно, николаевские верфи и делались для Черноморского флота. Да, только они уже Украине не принадлежат, если ты не знаешь. Видишь, Харьковские угоды – великая вещь, конечно. Он будет это использовать как… Все-таки фаталисты такие со своим Путиным, конечно. Что с ним делать? В пресс-руме у нас и беседовал с Мустафой. Говорит, нет. Это невозможно. То есть еще не было разрешения революционное. Да. Все мы разные. Разные мнения есть. Да. И он говорит, я не пойму, что происходит? Что Россия не допустит, чтобы вот это вот так вот закончилось? Мустафа говорит, там наступит на хвост, грубо говоря, Янукович. Он говорит, это невозможно. Говорит, почему невозможно? То есть у нас разница есть в восприятии. У нас состоялась десакрализация власти. В России она не состоялась. В этих регионах, да, это вот царь, батюшка, и там все, а на все остальное наплевать на самом деле. То есть я не знаю, каким образом, моей маме там 76 лет, она русская, у нее таких проблем нет восприятия. Она живет в Украине 40 лет, но она не говорит, что Путин это все. Она говорит, что у него руки по локоть в крови, да, она понимает это. Есть разные люди. И следует понимать, что нужно активно стране говорить друг с другом.
В конце концов, вот смотри, там очень важный момент был в Крыму, в стриме Богдана Кутепова. Они говорят, что да, мы просто хотим, чтобы мы выбирали власть. Вот это ключевая вещь. Да, мы тоже хотим, чтобы вы выбирали власть. Мы хотим, чтобы во всех регионах власть выбирали, она не назначалась. И больше было самоуправление, которого у нас нет. Это элементарно. В Украине нет самоуправления, если кто-то не понимает. Вот об этом власть наша верховная молчит. И говорят о языке, про закон о языках, языке, да. Который является тоже Филькиной грамотой. Он никогда не исполнялся, надо понимать. Это господа Колесниченко и Кивалов удовлетворяли какие-то свои личные амбиции, возможно, комплексы, и плюс отрабатывали четкую схему партии регионов по маркировки вот всех... Свой-чужой. Но с другой стороны, понимаешь, вот если сейчас европейская повестка, но вот почему нельзя, например, приехать Яценюку в Донецк, выйти на площадь и сказать, дорогие донецкие жители, вот в Европейском Союзе... Это питание богатёх. Почему нельзя приехать и сказать, вот у нас по европейским правилам будет хартия языков, будь она благословенна 200 раз, и вы получите еще больше и лучше, чем было при Викторе Федоровиче. Я думаю, что до этого дойдет, вот сейчас. Так это надо делать, мне кажется. Ну, є така потреба в спілкуванні взагалі з чиновниками з Києва в Донецьку? Ну, не да, мы не Яценюк. Безусловно. Я думаю, конечно, есть, и от этого сейчас очень много зависит. Именно вот людям кажется, что... про них забыли, что их не хотят слышать, что к ним какое-то пренебрежительное отношение. Знаете, я помню, почему ненавидели Ющенко в 2004 году. Я это отлично помню, этот момент. Ну, одна из причин. Конечно, его ненавидели по многим причинам, но вот в Донбассе, я помню, была такая карта, реклама, и когда по телевизору показывали рекламу нашей Украины, была такая карта, и там было, значит, закадровые комментарии. Сьогодні Ющенко їде до тебе, чтобы там рассказать о своей программе, и, значит, на карте была пунктирная линия, как Ющенко ездит по городам рассказывать о своей программе. И эта пунктирная линия охватывала все, кроме Донецкой и Луганской области. Я понимаю, почему, ну, его туда просто не пускали, был 2003 год, когда его просто выгоняли оттуда со скандалом, это был страшный, там были его в нацистской форме. То есть тогда, я понимаю, произошел некий его вот развод с Донбассом, потому что и он, возможно, как бы уехал глубоко оскорбленный и обиженный, и, соответственно, его тоже запомнили вот по этому скандалу. Поэтому... И вот люди тогда сказали, он к нам даже не приехал. Вот они ненавидели его, и вместе с тем у них была обида, что он к ним не приехал. Я могу напомнить еще один там нюанс, когда он приехал в Донецк, он же не приехал разговаривать. Ты зі мною як свинопасом, там, чи як іди. Да. То есть це було хамство, це була позиція, типу, ну, зараз ми вам покажемо. От ми зараз вже у власті, і тепер будемо вам покажемо, як вот ми зараз вам на хвост. Ви там нас в аеропорту щемили, а ми зараз тут вас пощемимо. Да, таке мало місце бути. Ця власть нова, яка зараз є, треба дати должне, вони не хочуть нікому наступати на хвост. Вот, і говорити, що от ми вас... До речі, люди за це їх багато критикують. З однієї сторони, тоді щось, ну, все одно треба щось робити, кому-то ти наступиш на хвост. Але якийсь консенсус, безусловно, має бути знайден. Тому що інакше, це робота Путіна і Росії, яка ведеться, теж, давайте ще честно себе признаемся, я тоже много лет езжу в Крым, и людей ментально русских и настроенных на нынешнюю российскую власть и режим, там очень много было всегда. Да. Это работа, которая велась десятилетиями, да, и против этого что-то противопоставить такое гуманитарное, такие шарики и цветочки, очень сложно. Но тем не менее, мне кажется, что любые вот эти вот ФСБ придуманные схемы, работа с этими провокаторами на юге и востоке страны, все это одним Славой Вакарчуком, дай бог ему здоровья, разбивается, и чем больше, тем лучше. Только парадоксальными для КГБ, ФСБ, парадоксальными для путинского кагабистского ума способами и могут украинцы показать то, что они не россияне в данный момент исторического развития. Да, и до нас уже поднимается генеральный прокурор да, Украины. Да, надо быстро уходить, когда приходит генпрокурор. Вам дякуємо за участь у программе. Большое спасибо. Спасибо вам. Шкода, что с Денисом, он до нас в Донецке, бо Сакен и Мерзаев часто можно побачити в нашей студии. Мы можем поговорить после прокурора. Якщо Денис залишиться, то мы раді, що поговоримо з Денисом після спілкування з генпрокурором. Просто в цей час, історичний момент, немає генпрокурора так багато часу, щоб він міг чекати, самі розумієте, скільки справ. Так що, вступаємо прокурором. Остаєшся? Я, мабуть, пойду, тому що мені... Нас не показывают. Нас показывают постоянно. Да нет, ну мне просто там на встречу еще нужно. Не, ну
принципі, ну... Заходь, якщо буде шмати час, якщо буде ще в Києві, рано.